Уважаемые дамы и господа, я хотел бы поблагодарить организаторов конференции «Логистика контейнерных перевозок» за возможность конструктивного диалога с участниками рынка, создания эффективной площадки для корпоративной коммуникации, интеграции целей, выявления актуальных проблем существующего рынка и поиска эффективных интегрированных путей решения данных вопросов. Считаю создание данной конференции стратегически важной целью и предполагаю, что организация конференции на регулярной основе с вовлечением всех представителей профессионального сообщества будет играть очень важную и положительную роль в поступательном развитии логистической инфраструктуры северо-западного региона. Спасибо.